Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Холиплей. Первый серомоник, здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня у нас будет интересный досик. Я вам покажу то, что мне подарил очень хороший человек, а именно Влад Хламов. Я думаю, все его помнят. Влад Хламов — это друг Тимохи, ну и мой друг, в принципе, если что. Ну и друг Богдана Хламова, кто не знал, тоже. Ну, я думаю, все знают Влад Хламова. Влад Хламов, я думаю, вы его знаете, я с ним серички снимал, там и так далее. И он как бы решил уйти с Амазинга и вообще писал, типа, вот я тебе аккаунт даю и пароль мне написал. Я говорю, ну, типа, нельзя же на чужом аккаунте играть, это нарушение правил, это, типа, будет продан, передан, взломан. И он зашел и отдал мне все свое имущество, представляете, он просто зашел и отдал все свое имущество мне. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто. Поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. А именно, у него было две машины, это, как его, это был Мустанг с госткой лям и Лансер с госткой лям. Так как у меня не было на тот момент дома и сейчас, в принципе, нету, то пришлось его госткать эти машины, и он передал мне деньги. Поэтому как-то так. И самое главное, что он мне подарил, это его бизнес. Я думаю, вы все узнаете этот бизнес. Это бизнес возле Алькатраса, как бы. И теперь это мой бизнес. Видите, Кирилл Путбуль. Подарил мне его еще, наверное, 3 или 4 дня назад. Просто, пацаны, я сейчас активно занимаюсь ФОМО. Именно зарабатываю деньги, чтобы купить новую машину и развивать ее в дальнейшем. Поэтому скоро выйдет видосик, пацаны. Раз следующий видосик выйдет, пацаны, там много изменений в фоме произошло. И вы просто охренеете реально, наверное, когда увидите, что изменилось в семье и так далее. Поэтому обязательно ставьте лайки, чтобы серия, возможно, вышла быстрее. Подарил мне этот бизнес. Да, это теперь мой бизнес. 24/7 Алькатраса. Да, это не пиздец какой охуенный бизнес, но я очень его, кстати, хотел, этот бизнес на 07 сервере. Потому что мне нравится. Мне его нравится местоположение. Я постоянно здесь езжу, проезжаю. И здесь можно встречаться. Я думаю, тоже нормально будет. Давайте я, кстати, ремку куплю. Так, когда мы будем топ-1 фам? ХЗ. Еще топ-1 фам, ХЗ, потому что, ну, блин, я не стремлю их к топ-1. На втором месте тоже, я скажу вам, ни хреново сидеть, как бы. У нас в семье уже людей прям очень много, на самом деле. Смотрите, у нас уже 167 людей. Ну, было 170, некоторые уже уходят. Но, блин, тех, кто приходит ради машин, пацаны, я сразу буду отсекать. И кто будет там машины разбивать и так далее. Ну, насчет семьи уже в следующей серии подробно я вам все расскажу, покажу, что изменилось. Так, ремкомплект я купил. Кстати, по-моему, можно несколько ремкомплектов покупать. Кстати, в натуре можно несколько покупать ремкомплектов. А именно 3 штуки, по-моему, можно покупать. Давайте я еще пробую купить. О, еще я купил, смотрите просто. А, не, всего лишь 4 штуки, да, можно, я так полагаю. 4 ремкомплекта можно покупать, серьезно? Давайте это проверим. Секундочку, пацаны, секундочку. Сейчас. Так, в натуре я же 4 ремки купил или 3. Так, положить. 4. Ух ты, ёпта, на натуре. Так, Т-меню. Состояние. О, нормально, на натуре 4 ремки положилось, вообще нормально. Ну, прикольно, на натуре можно 4 ремки ложить, кстати. Давайте еще раз я закуплюсь ремками у себя. Чтобы было все заебись. Все равно сейчас деньги эти снять смогу. Как бы небольшая комиссия снимается, если что. Так, все, я купил. Смотрите, так, бусин S пишем.
Вот, продукты, финку я покажу вам, пацаны, в отдельном видеоролике, поэтому тоже ставьте лайк насчет финки. Возможно, вы думаете, что ее здесь вообще нету, но вы ошибаетесь. А может и не ошибаетесь. Но об этом вы узнаете только через видео, наверное. Сейчас много идей, пацаны, насчет Амазинга, насчет серии именно. Поэтому я буду снимать, но от вас нужны только лайки, активность. Поэтому как-то так. Скриншоты я предоставлю, как он мне его подарил, этот бизнес. И еще он мне подарил, получается, 2 миллиона, пацаны. Он еще подарил мне 2 миллиона. 2 миллиона виртов подарил он мне. Я сразу же поехал и купил себе дом в Батырево. Купил себе дом напротив, где раньше шахта была, возле озера, короче. Я купил себе дом вот такой вот за 2 миллиона. У Госконя была миллион, средний класс там и так далее. Потом я что-то спустя, наверное, один день подумал и понял, что, блядь, мне дом вообще не нужен. Потому что у меня есть особняк, я реально понял, я просто это время жил в особняке как бы. И я купил дом чисто из-за того, что я мог иметь 5 машин. Но денег у меня на эти машины не было, потому что я все деньги вкладываю в семью, в Фому. Понимаете? И денег у меня даже для себя нету. Чтобы купить машины, я сейчас скоплю на машины новые также. Поэтому деньги все уходят именно на семью. Кто в семье, пацан, тоже помогайте, потому что, блин, я честно уже устал свои деньги вкладывать только. Только я реально свои деньги вкладываю там. Не, ну некоторые тоже вкладывают, но в основном только я деньги вкладываю. Я не могу сам тянуть реально, мне очень трудно саму тянуть, поэтому вы тоже помогайте, блин, ну хоть по 50 тысяч в день кидайте, это то будет помогать. Потому что пиздец, реально, я очень устал уже работать, я вчера целый день просто пахал просто. Где-то часов 10 работал, и вот 76 тысяч заработал. Поэтому, блин, я не могу сам тянуть Фому, вы тоже должны мне помогать. Реально. Ну, короче, я купил дом вот этот и продал его. Купил я за 2 миллиона, сейчас скриншот ставлю. А продал я его вообще за 1,6. Потому что все говорят, я вообще за 1,8 продавал потом. Говорят, 1,8 ты ебанулся, это дорого, блядь. Ну, пиздец, конечно, реально. Я его за 1,6 в итоге продал. Ну и потратил эти деньги куда, вы узнаете уже в следующей серии эти 1,6. Миллиона, куда я потратил, в принципе. И до копеечки я просто их потратил, реально. Ну, а так, очень большое спасибо Владу, Влад Хамов, большое тебе спасибо, если ты это смотришь. Прям от души не ожидал, я вообще, блин, я охренел реально, что он решил мне дать все свое имущество. Для меня это реально было очень большим удивлением. Не знаю, как для вас, но для меня я просто охуел. Я просто реально охуел. Ну что ж, я думаю, на этом будем заканчивать, пацаны. Если хотите почаще видеть Амазинг, то обязательно ставьте лайк. Следующая серия будет очень крутая, пацаны. Вы увидите что-то нечто крутое. Большие извинения с семьей там и так далее. Поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.